награждается талантливый хореограф Любовь Григорьева. Награждается талантливый хореограф, лучший танцор и педагог Мария Вычерова. И, наконец, награждается преподаватель десятилетия, нереально талантливейший хореограф, лучший танцор, лучший педагог, самый потрясающий человек Екатерина Азарина. Кубок. Катюш, ты самый искренний, добрый. Ты буквально в 12 часов ночи можешь вставать только о нас. Спасибо тебе огромное, мы тебя очень. Приятной нежности. Ну и наконец, награждается финалист конкурса «Ученик года» Наталья Лазарик. Еще кубок нашим финалистам. Молодец. Также награждается финалист конкурса «Ученик года» Антонина Тарасова. Награждается финалистка конкурса «Ученик года» Александра Топтыгина. Кубок. Молодец. Награждается финалист конкурса «Ученик года» Татьяна Евдокимова. Награждается финалистка конкурса «Ученик года» Маргарита Сорокина. Награждается финалист конкурса «Ученик года» Виктория Шевченко. Награждается финалист конкурса «Ученик года» Анна Дроздова. Награждается финалистка конкурса Юлия Рудогатова. Наконец мы узнаем, кто же стал победителем конкурса «Ученик года». Наши жюри оценивали всех справедливо. И победителем барабанная дробь стала Камила Оветкина. Подарок у нас идет. Сертификат на фотосессию, кубок. И также подарочный сертификат от салона Лаэсла. Ну и наконец, мне осталась только одна грамота. Награждается лучший ученик десятилетия. Человек, с которым мы еще в ДК «Салют» занимались танцами. Когда еще мы были в другой школе танцев, не Виженси. Кто это все вместе? Маргарита Белаш, лучший ученик десятилетия! Рите также достается сертификат от салона Лаэсла. Подарочный сертификат, кубок и пакетик волшебный. Умничка! Олеся Железнякова у нас не появилась за грамоты, не хочет прийти. Ну все. Спасибо всем огромное, что сегодня посетили наш концерт. Мы вас всех очень любим, всегда стараемся для вас. Всем спасибо!